Друзья, всем привет! Играем в Hill Climb Racing 2 часть, и сегодня у нас будет челлендж, задание зрителей, подписчиков, да. Ну и как обычно, по традиции, мы начинаем с открытия сундуков. Давайте сначала бесплатный сундучок откроем, вот такой обычненький, да? И затем мы переходим в режим кубки. Здесь у нас сундучки уже посерьезнее. На самый последний сундук у нас будет... чемпионский сундук. Так, нормально, пока копим денежки. Смотрим, что нам падает. 10 тысяч монеток. И открываем прикольный сумасшедший сундучок чемпионский. Так, вроде там не меньше 45 тысяч монет, да? Ребят, смотрите, нам выпало 55 тысяч монет. Так, прикольненько. И, в принципе, можно переходить в режим приключений, выполнять задания зрителей. Так, надо сначала, наверное, зачитать. Так, что за сообщение? Что-то связанное с ивентиком. Так, понятно, это у нас уже было. Так, ну что, ребят, давайте зачитаем. Первое задание у нас 19 лайков, я Смерч Бро. Я Смерч Бро, ник такой. Я Смерч Бро. Так, знание. Короче, зачитываем, ребят. Задание на раллиной тачке в пустыне 5000 метров за 2 попыточки. Так, на раллийной тачке в пустыне 5000 метров. Давайте выберем сейчас пустыню. И, кстати, под конец, как выполним все задания, мы перейдем с вами в режим ивента. Там не достает... Сколько не достает? Нам не хватает 4 очка, чтобы, в принципе, открыть вот этот сундучок чемпионский. Забрать награду гоблина. Ха, слушайте. Идея. А давайте тогда сначала заберем сейчас этого... эльфа. Гоблина эльфа. Почему он зеленый? Вроде как это у нас эльф, да, ребят? Но почему он зеленый? Непонятно. Так, ребят, давайте все-таки сейчас заберем мы этого чувачка. Вступаем. Так. Это я не понял. А, я еще его не открыл, да? То есть в тот раз я тестировал. На 2 часа брал. За 40 кристалликов. Так, ладно, хорошо. Давайте сейчас ватрушечку возьмем. Она у меня уже открыта. Она открывается на 75 очочках. На очках. Опаньки! Ай-я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 й. Я не смог забрать. Я не смог. Вау! Вау-вау, ребята, на эти елочки лучше не садиться. Да, необычный ивентик, где можно реально застрять на этих елках. Необычненький ивентик. Так, попытка номер 2. У нас, в принципе, времени полно. Так, давайте. А, не смог, да чтоб тебя. Да чтоб тебя, нужно как-то. Бамс! Вот это я влепился. Господи, что ж ты будешь делать-то? Так, ну ладно. Давайте едем дальше. Ать! Прыжочек. Ну, какой-то совсем корявенький прыжочек у нас. Ну да ладно. И-ха! Так. Что-то я про финты совсем забываю, ребят, когда нажимаете. И держите две кнопочки одновременно. И газ, и тормоз, то наш персонаж перестает делать финты. Когда подпрыгиваете, нужно обязательно отпускать одну из кнопок. Либо газ, либо тормоз нужно обязательно отпускать, чтобы он начинал делать финты. Так, 8 место, 9 очков пока. В принципе, можно улучшить. В принципе, улучшить возможно. И-ха! Давай, Санта. Ах ты ж, какашка. 25 монет я пропустил. Так. Нам бы желательно все это дело собрать. Давай, чувак. Ну давай. Есть. Отлично. Теперь только бы не начудить. Так, здесь даже и умудрился сальтушечку сделать. Давай, монеточки. Мои монеточки. Моя прелесть. Вау. Это что сейчас? Нет, ну зачем? Ну все равно как бы уже немножко получше у нас получилось, ребят. Но, к сожалению... Эх, к сожалению, не совсем то, что хотелось. Да. Ну ладно, сейчас попробуем повторить. В принципе, у нас еще минута с небольшим есть. Так, сальтушечка. Вау! Вот это я скаканул! Вот это сумасшедшее время. Ать! Да что ты будешь делать? Так, давай-ка назад, чувачок, скелетик. Кстати, я немножко изменил
персонажа, да, если вы заметили, конечно. Он у меня был, как бы, Санта был. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя. Раньше был Санта в прошлом выпуске. В прошлых выпусках. Ой-ой-ой-ой-ой. А я сделал из него такого скелетика. Да что ты будешь делать? Кстати, уже по очкам я как бы уже неплохо, да, и так иду. Так, мне бы наверх заехать обратно. Не-не-не-не-не, до финиша рановато. Рановато, не хочу я пока на финиш. Иха! Так, ай-ай-ай-ай-ай, вот здесь пробуем финтануть. Оп, подпрыгиваем. И есть, удачно, удачно. Давайте последний финтик, ребят. Сейчас немножко тоже монеток. Оп, заработаем. Опаньки, не хотел. Хотел еще разочек пару. Нет, ну пару раз бы, наверное, не успел, но разочек. О, 6-е место, ребят, уже лучше, да? Да, если, в принципе, с первого, с самого начала вот так вот делать, давать назад, делать сальто. Здесь как бы у нас топливо не ограничено, ребят. Топливо не заканчивается, это хорошо. Можно назад ехать, обратно прыгать и ехать вперед, опять назад давать, прыгать, короче, скакать, пока у нас время не закончится, да? Так, ну что, открываем, забираем эту награду. Новый вид эльф. Да, какой-то зеленый эльф. Так, легендарный ускоритель на... нас, как я, супер джип. Или, ну, короче, на самую первую тачечку. И 50 тысяч монеток, кстати. Ну что, это пока у нас все пока хватит. Как бы персонаж у нас автоматически должен был поставиться, да, установиться. Так, ну что, я смерч бро, задание на раллийной тачке в пустыне, 5000 метров за две попыточки. Так, 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 так. В пустыне. Давай. Пустыня, допустим. Так, внешний вид у нас. Тут одни водятлы у нас. Так, 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 так. Новенький у нас персонажик эльф. Получается. Так, что-то мне кажется, надо эльфу чуть немножко грейдануть. Я люблю вот комбинировать со скелетиком. А? Как вам, ребята, как вам? Думаете, нормалойс? Ай-яй-яй-яй, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? В принципе, если без шапочки его оставим, то будет, наверное, нормально. О, ниндзя-эльф. Так, смотрите на это чудовище просто. На этого чудика. А если вот так вот сделать? О, красота! А если еще вот так вот добавить, вообще будет как-то забавненько. Не, все-таки давайте скелетика голову оставим с башкой от эльфа. Угу. Так. Так, 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 раллийная тачка. Нет, скутер нам не нужен, подождите. Так, раллийная тачка нам нужна, да? Где она есть у нас? Вот она у нас, раллийная тачка. В принципе, вид... вид, давайте сейчас вид тоже изменим. Так, вот эту поставим. Сейчас красочку желтую. Она мне, кстати, недавно выпала. Так, 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 пустыня, я не знаю, что бы нам поставить. Наверное, так и оставим, колеса не будем менять, в принципе. Так что, ребят, поехали. Кстати, наши персонажи на раллиной тачке даже совсем не видно. Башка только зеленая торчит так слегка, ребят. Ну что, 5000 метров, это вам не шуточки, как говорится. За сколько? За две попытки или сколько там было-то? Сейчас, ребят, посмотрю. Ага, две попыточки, ребят, 5000 метров. В принципе-то возможно сделать. Сейчас попробуем с первой попытки это все сделать сразу. Не знаю, как у нас все получится, быстро, не быстро. Но я постараюсь с первой попыточки. Ну что, наверное, замолкаем и ускоряем видосик. Посмотрим в ускоренном варианте на это видео. Не будем затягивать, смысла нет. Хотя, ребят, трасса очень прикольная, интересно, есть на что посмотреть. Ну, по крайней мере, начиная, по-моему, с 3000 метров. Вот, смотрите, ударился, машинка наша задымилась. Что-то я там впереди повредил. Ага. Машинка начала наша дымиться. Да, что-то я там пробил, похоже. Так, ну ладно. Так, 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 проскочил. Вот в этом месте, кстати, я как-то показывал вам... гифку, по-моему, кинул в сообщество, ребят. Где вот это бревно было, проехали только что. Я там разбивал снегоходик.
Если кому интересно, ребят, в принципе, можете перейти в сообщество, по-моему, называется вкладка, да, на канале сообщества, на моем канале. Ну и там где-то должна гифка быть. Гифочка, гифочка. Так, ну что, едем, ребят, 1800, почти 9000. Ой, какой 9, что я... Что я несу, так, господи. Так, 2000 метров проехали. В принципе, это у нас быстро получилось. Да, быстро получилось. В принципе, пару минут, наверное, все это заняло. Ха! Нет, 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 сюда не падаем. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте здесь грамотно проедем. Ну, в топку эту, этот, как его, зыбучие пески. Песок такой просто кошмарский. Ать, вот сюда бы желательно упасть. Вот сюда бы упасть, так как внизу у нас топлен. Да чтоб тебя. Нам эти камни помешали слегка. Так, вот здесь у нас топливо обязательно нужно брать. Так, вот здесь нужно как-то умудриться. Ать, скакануть, скакануть, поднять передок. Отлично. В принципе, наверное, и если даже немножко пропустил, наверное, проскочил бы. Так. Ай-я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 й. Вот ты шлифуешь ты, господи. Без шипов на колесах-то как ты шлифуешь. Давайте я вам покажу, как машинка дымится, ребят. Реально, сейчас я вам покажу. С задним колесом сейчас наеду на эту лаву и покажу, как она начинает гореть. Лишь бы не свалиться. Чё-то я очкую. У нас топливо заканчивается. 50 метров. Эх, не успел я вам показать. Ну ладно. Ай! Ай, чуть не свалился. Да, 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 да. Опасно, что-то я прям начал выпендриваться. И обошлось. Ну и слава богу, как говорится. Все у нас обошлось. Ладно, едем дальше. Уже 3000 метров у нас. Есть, 3000 метров. Рубеж пройден. Так, ребят, остается еще 2000 метров проехать. 2 километра и... Задание у нас будет засчитано. Ну, что сказать. Трасса очень прикольная. И причем, чем дальше, тем прикольнее. Так, дальше у нас начинаются всякие... что у нас там начинается? Так, так, так. По-моему, тоннельчик там будет где-то. Шахта какая-то начнется. Такая коротенькая. Ну, прикольная локация. Ать. Так что, ребята, давайте... Лайки ставьте, да, поддержите нашу машиночку раллийную, что там нормально доехал, прям с первой попыточки, да? Ой, давай, падай, падай, штука, может прижать, зажать и все, тут просто не выбраться. Видите, какие тут у нас опасные места, такие, как говорится, как в фильмах про сокровища, допустим, да, про пирамиду, там, где ищут всякие... Всякие, как я, саркофаги, ребят, да, вот такая же ерунда, такая же подстава. И здесь у нас практически всякие у нас скрытые опасные местечки. Так, 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 вот здесь я помню, как-то ездил, было задание, на чем было это задание, ребят, я ж не помню. Но ездил на чем-то, что вот из этой ямы просто не мог выезжать на той тачке, на который должен был проехать. Я не помню, 4000 метров, по-моему. Либо вот здесь это было. Так, крыша у нас слетела. Осталась одна защита. И сабля начинает торчать из машины. Или она уже изначально торчала сквозь крышу. Что-то я не замечал, либо не смотрел. Но, по крайней мере, теперь я вижу, что саблю он не периодически вытаскивает. Смотрите, а? Машет саблей. Или это у нас меч, катана. Все-таки, вроде как, я с ниндзей там что-то смотрел. Значит, а у ниндзей, как известно, ребят, японцы-то делают мечи, вроде как, да? Катана называется. Это же не сабля. Так, начинается очередная шахта, где нас могут ждать очередные неприятности. Так, ребят. О, кстати, а что-то я пропустил. 5000 метров уже пройдено, оказывается. Я заговорился, я просто тупо смотрю на трассу и... Еду, представляете, я просто еду. А сейчас упаду, а там внизу у нас песок. Ха, я выехал из песка. Вообще монстр. Раллийная тачка, вообще монстр. Вы посмотрите на этого чудовища. На это чудовище, как оно выглядит. Оно практически у нас развалено. Вот здесь можно уже упасть смело. Вау, я удивлюсь, ты заедешь. Нет, да, нечего удивляться. Он не смог заехать.
Помогите! Нет, все, ребята, сейчас топливо у нас заканчивается, но задание я выполнил вроде как, да? Так, на раллийной тачке в пустыне 5000 метров за две попытки. Ребята, я за одну попытку проехал 5375 метров на раллийной тачке. Окей, переходим ко второму заданию. Так, Оскар Ишемгулов. Так, проедь на карте зима 6666 метров. Транспорт баги для песка, 4 попытки. Угу. Если пройдешь, ты будешь тем, кто ты есть. Папа фаном. Так, ребят, понятно. Выбираем, значит, карту зима. Так, карта зима. Здесь, кстати, у нас ежедневное задание. Так, карта зима. 6666 метров. На баги. Дал бы лучше мне снегоходик на зимнюю трассу. Так, крылышки убираем. Да чтоб тебя. Давайте ставим магнитик за место крылышка. Так, вот эту штуку, возможно, тоже лучше убрать и за место нее поставить усиленное турбо. Так, предельная скорость 50, импульс 4. А это что дает? Ускоритель 232. Ребят, я думаю, что все-таки здесь нам вот это лучше пригодится. Да? Так, вот это что? Так, понятно, ерунда. Ну что, в принципе, сейчас тоже внешний вид машиночки изменим. На песке мы будем ехать, точнее, на зимней трассе мы будем ехать, допустим. А давайте, а что у нас стояло, кстати? Давайте вот этот цвет возьмем, да, такой белый с красненьким. Так, хорошо, наш чудик готов. Что-то мне не нравится, что у тебя в руках сабля, кстати. Что-то меня это совсем не устраивает. Давайте-ка, посмотрите на этого чудика. Так, эльфа мы, наверное, не зря открыли, поэтому возвращаем его бошку обратно и, наверное, ноги тоже вот так вот сделаем, хотя нет, не очень смотрится, что-то мне не нравится. Давайте вот этот вот, чтоб прям конкретно чувачок вот так вот, да? Или как вы думаете, за место шапочки, очечки от выжившего? Так, шарфик. А есть другой шарфик? Вроде был какой-то. А, давайте рюкзак вообще. Вау. Вот это да, вот он собрался. Вот реально какой-то этот, я не знаю, чувак серьезный у нас стал. Ага, рюкзак прям свисает из-под машины. Смотрится это забавно. Ну да ладно. Так, транспорт баги для песка, 4 попытки. Так, 4 попытки? Нет, у нас максимально 3, чувачок. Запомни, у нас 3 максимально можно писать, поэтому... И попыточки. Так. Карта зима. 6666 метров. Транспорт баги для песка. Вау, как ты рвешься-то вперед. Я надеюсь, нам рюкзак не будет мешать. А, ребят, как вы думаете? Или все-таки цепляет? Чё-то я не понимаю, что у нас машиночка так клюет резко и останавливается, как будто стопорится. Непонятно. Ну ладно. Так, на этой трассе уже нужно проехать 6666 метров, ребята, это вам не 5000. Да, это вам не 5000, я не знаю, как мы это будем делать, но постараюсь опять с первой попытки проехать эту дистанцию. Так, а мой рекорд, кстати, 6000 с чем-то, 700, наверное, с чем-то метров, ничего себе, этому получается, вот монеточки за мной прям летят, магнитик их тянет, они все никак не могут догнать. Да, смотрите, вау, единичка со мной тащится, опа, сейчас остановится, если не догонит, то тупо она становится. Эй, ну ладно, сейчас мы впереди еще найдем заправку. Впереди, как бы это самое начало, ребят, поэтому особо не паримся, впереди заправка по-любому сейчас будет. А, вот она. Так, вот здесь опять можно магнитики притянуть, чтобы они за тобой тащились. Оп, эй, пятерочки остались. Так, единички захватил, а пятерочки вообще даже не притянулись. Так, радиус у нас магнита слабоватенький. Угу. Так, хорошо. Так,
Сейчас, секундочку. Кое-что нужно проверить. Все, поехали. 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 Давай, 1300. Ну, в принципе, наверное, говорить пока здесь не о чем, ребят. Поэтому давайте сейчас я замолкаю и включим ускоренную. Ускоренную поездочку. Все, поехали. Так, ребята, я пропустил, к сожалению, топливо. Ёшкин ты, матрёшкин, да что ты будешь делать? Обидно-то как? Как обидно-то, ё-моё. Эх, ё-моё, обидно, с первой попытки не получилось проехать 4600. Да, жаль, конечно, жаль. К сожалению, не смог. Ну ладно, ребят, что поделать-то? Попытка номер два и... Наверное, тоже замолкаю. И помчали. Что? Нет, только не это. Ё-моё, да как ты перевернулся? Да чтоб тебя, ёшкин ты, макарёшкин, ребята. Это что за дела-то? Едешь. И бах, и какой-нибудь... слов нет. Да чтоб тебя, ёшкин ты, матрёшкин. Я не знаю. Так, в принципе, возможно. Да, кстати, рекорд 6686 метров. Ребят, ну что, у нас последняя попытка остается.
А баги для песка 4 попытки. Так, 3 попытки у нас всего можно использовать, да? Ну что, последняя попыточка. Ладно, давайте соберемся уже. Наконец-то попробуем все-таки проехать эту дистанцию, да? Кстати, 4 шестерочки, это, наверное, не зря. Поэтому я ее не могу никак проехать. Никак не могу ее проехать, да? Потому что 4 шестерочки. Да, ребята, да, 3 шестерки, это уже жесть. А 4 это вообще кошмар. Все, погнали. Так, ребята, момент истины, остаются какие-то жалкие десятки метров. Ой, да, надо как-то доехать, ребят, топливо заканчивается. А где у нас топливо? Так, 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 666 метров, надо разогнаться. Нет, есть, все, ха, отлично, да, ребята, я это сделал, кстати, немножко рекордик свой даже побил, да, или нет? Фу, да, с третьей попытки все-таки получилось. Это было жестоко, я вам скажу. Это было очень жестоко, 680. Ну да, обновил рекордик, ребят. У нас в итоге заработал 5167 монеток за этот заезд. Так. Так, примерно это все меня заняло. Один заезд занял где-то минут 10, ребят. В ускоренной перемоточке так поменьше это все будет как бы занимать. Может, даже, возможно, где-то я обрежу, чтобы еще чуть короче было. Так, это есть. Второе задание тоже выполнил, да? Второе задание тоже выполнил. В принципе, можем теперь переходить к третьему, последнему заданию. Креатив на карте зима. Дистанция 2018. Типа будущий год, да? И транспорт снегоход. Снегоход, если выполнишь, смени в игре Hill Climb Racing ник креатив на неделику, бро. Ха, вот это да. Ох ты ж, чё ты захотел-то, креативчик. Я ж говорю, ты хитрожоп, хитрожоп. Я ж говорю, ты хитренький. Так, ну давайте попробуем выполнить это задание. Зима, 2018, снегоход. Опять зима у нас получается, зима. Так, снегоходик. Снегоходик, у нас магнита нет еще пока на снегоходик, поэтому придется нам ехать аккуратненько. В принципе, снегоход у нас сам по себе, он как бы создан для езды по... Для езды по снегу, да, как бы сам он уже создан для этих дел. 2018, поехали. Поехали, мы едем. Вот теперь уже наш чувачок в снегоходе выглядит довольно-таки прикольненько, да. То есть мы его видим, даже рюкзак он торчит, прикольно все это смотрится. И, наверное, бонус, ребят, я вам покажу, как можно разбить снегоходик. Наверное, покажу, да. В виде бонуса это у нас будет напоследок. Я не знаю, на этой локации, конечно, вряд ли можно где-то разбить.
но в пустыне там реально можно разбить в ударившись об это бревно. А здесь, в принципе, здесь, наверное, где-то можно разбить, но не знаю, ребят, не буду я сегодня искать, где можно разбить. Поэтому потом, наверное, перейдем сразу в пустыню и все-таки я вам покажу, как можно разбить снегоходик, лыжу, переднюю лыжу вот эту вот. Можно ее снести в щепочки просто. Так, 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 2018, нам нужно проехать. Так, а сколько попыток? Одна попытка. Ладно, не написал, будем считать, что одна попыточка. Так, хорошо, хорошо, давайте топливо возьмем, не будем пропускать, так как у нас магнит все-таки нет. Поэтому лучше, наверное, брать топливо. И тем более у нас снегоход не прокачан максимально, поэтому он, соответственно, будет ехать медленнее, и топливо будет тратиться быстрее. Может, не быстрее, но, по крайней мере, будем проезжать вот с этим баком топливным поменьше дистанции, чем на том же самом баге. Потому что у нас снегоход не прокачан до конца. Так... Так, 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 1000 метров, а нам нужно 2018, как-то умудриться, бэмс, смотри, как она скачет, бэмс, прикольно, да, очень даже прикольненько смотрится, давай, бэмс, бэмс, давай, чувачок, ну давай, езжай уже, что ты такой медленный, в принципе, если ее прокачать максимально, будет, наверное, очень здоровски ехать по снегу. По другой-то поверхности она будет отвратительно ехать, так как у нас лыжи не едут по земле, да. Она и лыжи у нас хорошо едут только по снегу. Ну, еще по воде можно как бы ехать на лыжах. Очень здоровски. Так, хорошо, ребят, 1400 пока. Так, 1400. 1400. Остается сколько в итоге-то? Да? Ребят, сколько остается? Так, так, так. 700, 800. Подождите. Меньше. Ай! Господи! Нет! Да, не смог. Вот это я. Да, да. Слов нет, ребята. Так, 1562 проехал. Ну что, будем считать, что не смог выполнить это задание. Да, единственное задание, которое я не смог выполнить. Написал бы больше повторов, попыток, ребят. Наверное, за пару попыток еще бы, наверное, проехал. Так как не написал ничего, соответственно, у нас одна лишь попыточка. И что произошло, то произошло, ребят. Ну что, давайте бонусное. Сейчас я вам покажу, как можно снегоходик просто ушатать в щепочки. Так, кстати, ее бы... Немножко грейдануть тоже, да? Давайте прокачаем. Монетки есть, в принципе? Да, топливный бак тут можно улучшать. Лыжню обязательно. Лыжню тоже давайте сейчас доведем. Так, 49 тысяч. Ну, давайте движок. Не будем мы пока подвеску трогать. Не будем. Не будем, не будем, не будем. Без подвесочки обойдем. Сейчас я вам покажу, в каком месте можно реально лыжи сломать в дребезги просто. Ай, видите, как тормозит? Вообще жестоко тормозит. Да чтоб тебя, когда падает на лыжи, она просто как вкопанная встает. Моментально останавливается. А вот езда на задних колесах очень даже неплохо она едет. Так что, ребята, есть смысл сломать лыжню. И... Будет как-то, наверное, быстрее, если наш транспорт ехать. Хотя, не знаю, хотя, может, и нет. Так, 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 скоро у нас будет это бревнышко. По-моему, после этого подъемчика у нас будет это то самое место, где можно разбить. Так, 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 еще нет, еще нет. Здесь она не разбивается. И вот неважно, с какой скоростью вы врезаетесь в эту глыбу. Стеночку, ребят, а лыжи не разбиваются в этом месте. Так, сейчас у нас где-то уже должно быть. Где-то у нас должно быть уже бревнышко на ниточке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да чтоб тебя! Как же ты меня бесишь! Передняя лыжня у нас просто врезается в землю и все.
И все, представляете? Она встает как вкопанная и может даже перевернуться. Да, ну ладно, раз уже обещал, ребят, давайте я вам покажу все-таки. Доведем дело до конца, да, покажу я вам все-таки, как можно разбить эту лыжу переднюю. Да, придется нам опять повторить, а? Да что ты будешь делать-то? Да что ты будешь делать? Ну ладно, здесь, в принципе, недалеко ехать относительно, поэтому можно даже еще разочек прокатиться. Так, не доехал я с первой попытки. Ну что ты делаешь-то? Так, очки потерял. Так, выживший тебя уничтожит, эльф. Эльф, скелетик, тебя выживший уничтожит за его очечки. Скажешь, ты зеленый. Эй, ты, зеленый, где мои очки? А ты скажешь, ну, а я не знаю, я потерял. Я же все-таки на снегоходе еду по пустыне, что я должен смотреть? Да что ты будешь делать? Опять перевернулась. Да, да, сколько проехал-то хоть? 838. Вот это да. А что мы можем в деталях изменить? Допустим, что мы проехать более-менее грамотно. Так, ничего не можем изменить. Она переворачивается. Она переворачивается. Если мы поставим... О, она еще хлеще будет переворачиваться, представляете, с этим грузиком. Ну, не будем мы этого делать. Так, ребят, ладно, все, последняя попытка. У нас уже видео получается так длинным. Затянулось совсем у нас видео почти как длиной, как стрим какой-то получается, да? Так, ладно. Ю-ю-ю. Почему в самом начале он просто разбился, перевернулся? Похоже, не судьба, ребята. Не судьба вам показать, как лыжи ломаются. Так, ну ладно, пишите в комментариях, если хотите увидеть, в принципе, как лыжня ломается. Давайте в следующем выпуске я, наверное, покажу, как это делается. Да, так что пишите, я жду ваших комментариев, ребят. Так, и, соответственно, будем ивентик проходить дальше. У нас осталось добраться до 500 очков, забрать вот этого какого-то йети, я так понял. Да, йети. Необычный вид, внешний вид. Новый вид, ребята, и плюс. Еще сколько там монеток. Ну, наверное, не меньше 20 тысяч. Вот этот чемпионский сундук. Из этого чемпионского сундука, по-моему, больше монет даже падает, чем с этого фиолетового. Так, давайте даже можем сравнить. Смотрите. Хотя нет. 22 500, да. А здесь чемпионского 18. Эй, подождите, не чемпионский. Из чемпионского больше. Короче, ребят, давайте подписывайтесь, жмакайте на колокольчик. Давайте свои же задания к новому выпуску. Да, ставьте лайки, делитесь этим видео и пишите в комментарии, хотите увидеть, как разбивается лыжня у этого снегоходика, либо нет, пишите ваши комментарии. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.